Христос воскресе! В сегодняшний воскресный день, когда Церковь прославляет святых жен Мироносец, а именно в их честь освящен в храме Рождества Христова Нижний Предел, еще раз поздравляя всех наших жен Мироносец, наших прихожанок и всех наших благотворителей и помощников нашего храма с престольным праздником, хочу также сообщить вам, что, помолившись все вместе, а ведь сегодня в 12 часов многие из наших прихожан встали на акафистное пение святым женам Мироносицам. И буквально после завершения я получил сообщение из служб, исследующих наши тесты на вирусное заболевание. И хочу сказать вам с большой благодарностью ко всем вам за ваши молитвы. Никаких вирусных заболеваний в исследовании тестов, которые были взяты у меня, не найдены. А это значит, что уже на праздник святого великомученика Георгия Победоносца мы с вами на улице, в нашей часовне, на церковном дворе сможем помолиться акафистом святому великомученику о здравии и укреплении всех тех, кто нуждается сегодня в наших молитвах. Также напомню, что 9 мая в День Победы в субботу будет отслужена божественная литургия после этого достаточного промежутка, который был вынужденно объявлен в нашем храме. После божественной литургии в День Победы мы отслужим панихиду по всем усопшим защитникам нашего Отечества. И, наконец, 10 мая, напомню, 10 мая – это день закладки первого камня в основании нашего рождественского храма, который осуществил наш митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Это юбилейный день, и в ближайшее воскресенье хочу, пользуясь возможностью, пригласить вас, дорогие братья и сестры, также на церковном дворе, соблюдая все необходимые меры, вместе помолиться и прославить воскресшего Христа Жизнодавца. Еще раз низкий поклон вам за ваши молитвы. Продолжается исследование священнослужителей нашего храма и сотрудников его. Просто как руководители любого учреждения берут тестирование первым, но я даже попросил ускорить исследование наших священников, чтобы мы могли вместе, единым сердцем, едиными усты, собраться снова для прославления Христа Жизнодавца, воскресшего из мертвых, вместе с вами, наши дорогие прихожане. Спасибо вам и храни всех вас воскресший Христос!